Да, что-то щелкает, что-то щелкает. Неужели это из-за грязи? Сместилось и... Да, ну, думаю, что оно щелкает. Нет, я думаю, что надо... Вот опять. Силу. Мы там штуку посмотрим. Да, ну, давай собачка одна щелкает. Ну, мы там даже штуку посмотрим. Не знаю, мне кажется, что сейчас у него спросим, я такой же мастер, как ты, но больше ничего не может, если это не ты, вот. Так у нас ничего вкусно. Бывает собачка одна вылетела. Они, ты их не видел, такие собачки, это такая, для чего, я не знаю, блядь, это сплошно две птички, такая фигурка. И она как щелкает в одну сторону, в другую сторону зацепляет. Ага. И вот их там три штуки, они могли перекоситься все. Вообще эти штуки после каждого сезона просматривают. Это мы так на гибе скатаемся, пока что не сломает. Ну да. Так вот ты проехал там, допустим, 500 километров там, раз просмотрел. А велик этот, я не знаю, мне его скрыли, но мне... Которые снимали 30 километров проезжаем, ну что надо что-то делать всего. Не повезет пробег по ним, но все равно. Ну это я не знаю, может и не попасть. Я просто больше не знаю, что там мой ход. Я еще тебе говорю, посмотри, казака там, как, ну,